Смотрите, какая у меня теперь есть собака. Ее зовут Луна. А? Большой город, большая собака. Вот, это вам не Бостон терьер. У меня есть настоящий золотистый ретривер. Пока мы выгуливали Луну, ну вот это золотистый мой ретривер нынешний, мы встретили семейство оленей. Представляете, они тут гуляют на школьной площадке. Это футбольное поле около школы. И там олени. Я даже боюсь к ним близко подходить. Но олени тут есть. А сейчас еще нам дорогу перешел барсук. Я держу Луну, чтобы она случайно не побежала охотиться на оленей. Потому что я, конечно, вот своего собаку-то удержу. А удержу ли я собаку весом, как я? Вряд ли, наверное. Поэтому я так уж держу аккуратно ее. Мы в Америке находимся уже 12 дней. И я еще ни разу не накрасилась. Ну, наверное, потому что меня не видят мои знакомые, только родственники. Куда пошла? Мы сейчас находимся в пригороде Нью-Джерси. И здесь, вот как вы уже заметили, есть Луна, олени. Белки перебегают дорогу везде. Я не успеваю их снять, потому что только за телефон. И сейчас мусор выкидывала. И белка из мусорного бака как прыгнет на нас. В общем. А сейчас какие-то еще хорьки перебегают дорогу. Но это надо успеть еще телефон достать, снять их. Поэтому просто поверьте мне на слово. Тут есть много живности. Мы с Луной пытаемся догнать племянника. Он уже куда-то учесал. А я тут иду, фоточки делаю. Сейчас оставит нас тут и скажет, ищите дорогу сами. Когда племянник сказал, что мы пойдем выгуливать собаку по маршруту, по которому ходит их папа, я что-то не обратила на это внимания. А теперь я понимаю, в чем подвох. Луна пошли. Их папа занимается триатлоном. Если я правильно понимаю... Если я правильно понимаю, в триатлоне маршрут пробежки забега 10 километров. Видимо, маршрут у нас прогулки с Луной будет 10 километров.